Ну, вы уже, надеюсь, посмотрели сюжет про мастерскую Ольгис, но уже уходя, я увидел прекрасные картины Симоновой. Ольга Симонова. Ольга Симонова. Да, наша сочинская художница, которая и поляну очень любит, и рисует и с натуры наши горы, наши места. Она любит деток маленьких рисовать, у нее хорошо получается. Мы сейчас подойдем туда тоже. И вот очень интересно у нее про... Ну, меня удивила вот эта картина, да, Никон, патриарх. Да. Такой скорбный и в то же время светящийся. Она и лица, да, прорисовывает, и свет. Вот я всегда отличаю на ее картинах прорисованный свет настолько, что действительно светятся некоторые моменты, и это не каждому художнику удается так выделить. Да, тут натуральные свечи. Да. Вон там мне тоже русский, да, сюжет нравится, какой он красивый. Как в царских палатах, видать, две царевны какие-то шепчутся, молодые. И... Ну, здесь яблочный спас, тоже такая русская красавица с яблоками. У нас картины живут своей жизнью. Сколько мы их не поворачиваем и не вешаем ровненько, они периодически приобретают свое местоположение, опускаются, как-то вот реально двигаются. Пойдемте, я вам здесь покажу эту другую тему. Интересно. Это ее же, да? Да, да. Ага. Вот такие детки всегда Я видел где-то таких деток. Живые, очень такие веселые всегда. Да, и где-то вот возврат, может быть, где-то в 60-е годы, да? Да. Сейчас-то не ходят уже в таких шапках, в таких платках, а она вот этих деток с удовольствием так рисует. А, вот они и здесь, они. Да. Оно прямо вот такие горящие глаза. Ее уже и дочка рисует. Дочку мы привлекаем иногда тоже на мастер-классы. Mm-hmm. Муж у нее фотохудожник. Фото, именно больше фото занимается. Она вот рисует. Вот это вся ее стенка, да? Не-не. Вот там еще девушка с хаски и вот эти котята. Ага. Ну, вот да, так. Вот эти под лампочкой. Правда, лампочка не очень горит, но вот девушка сразу видно, да? Вот свет, да, такой. Да. Санечек. Ага. Сейчас он прямо отсюда. Да, там много сюжетов. Вон еще верхний ряд, вон там возьми, прямо отсюда. Церковь. Ну, там тоже не все видно. Ну да, это тоже из земли. Ну, вот так. Ну, мы сюда еще вернемся. Здесь еще несколько дней будем. И мы, наверное, с Олгис без мягкого знака вот, встретимся. И вам будет много чего еще интересного. А пока все. Спасибо всем за внимание.